день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я покажу еще один заказ. Делала я, было очень много запросов. Супер-супер дешевые принадлежности косметические. Ссылку на это видео оставлю. Многие из вас, по-моему, уже сделали на этом сайте заказы. И я сделала сейчас второй заказ, и довольно-таки он очень быстро пришел. Тот заказ у меня немножечко запридержался. А сейчас я заказала все для маникюра, для нейл-арта, ну все такое, вот все, что связано с ногтями. И давайте я вам покажу. Продукции опять много, ну все такое мелкое, но стоит буквально копейки. Там больше 100, по-моему, ничего нет за комплект, скажем. Первое то, что я заказала, это вот такой набор кистей. Тут их 7 штук, каких только нет, с такими белыми ручками. Пока не пробовала, то есть, но скоро я вам покажу. Тут и совсем малюсенькие кисточки есть, и длиннее, и больше, и вот такая вот веерная. И для точечной росписи есть вот такая вот с железным наконечником кисть. Цена у них, по-моему, ну, рублей, наверное, 70 примерно, 75. Следующий набор это из 3 кистей. Позарилась просто на дешевизну, потому что цена была на рублей, наверное, ну, 40. Ну, не могу сказать, вы на сайте сами посмотрите, сами убедитесь. Тоже такие же кисточки для Nail Art, но они немножечко отличаются от того комплекта и тоже нужны. Это вот такой вот бисер, то есть вы можете украшать ими свой ноготь. Сначала наносите лак и на него сверху уже этот бисер, то есть и сверху закрепляете лаком. Это золотистый цвет, они такие очень-очень маленькие, но выглядят ногти очень эффектно и, конечно же, их там куда-то на праздничное, что-то на повседневку. Я бы вам не советовала. Следующий набор это вот такие порошки для Nail Art. Можно делать с ними какие-то поделки. Тут 12 цветов и упакованы вот такие вот маленькие баночки. Кстати, баночки мне потом пригодятся. Из них можно делать вот такие подвески украшения, то есть помещать туда что-то. И как я их использую, то их тоже в путь. В основном я буду использовать, по крайней мере, я так думаю, вот эти блески для ногтей, то есть сверху сыпите, и получается такой праздничный. Вот такой вот набор шариков, тоже для Nail Art, тут золотистые вот эти, то, что у меня было в баночке. В баночке они немножечко покрупнее, и вот такой серебристый. Такой вот упаковки. Тут есть специальное отверстие, удобно доставать их. Как-нибудь я вам постараюсь показать с использованием них какой-нибудь маникюр. Следующее я заказала для демонстрации лаков, только для этого. Или сделать какой-нибудь маникюр. И, кстати, вот это вот солнышко, по-моему, называется, или ромашка, в наших магазинах вообще нет. Я искала, когда мне было нужно, и я нашла вот у них на сайте. Такая вот ромашечка. И второй продукт, это такой палец тоже для того, чтобы делать маникюр. Он на липучке, то есть вы его закрепляете и делаете там что-то с ним. Это учебное такое пособие. Ну, мне он был нужен. Ну, такой смешной палец, да. Следующие это вот такие вот, как сказать, рисунки, наверное. Они отрезаются, и вы можете сделать, то есть вот я отрезала. Режутся обычным ножом, отрезаются острым ножом на какой-то поверхности. Вот такой рисунок, то есть вы можете их крепить на ногти, делать с ними какие-то интересные виды маникюра. Тут вот в основном такие овощные они, там яблочки, киви и все такое. Очень они мягкие, довольно-таки очень хорошо режутся. И тут такое большое разнообразие. Тоже цена у них была там, не знаю, совсем смешная.
такую коробочку для нейл-арта, для вот этих всех мелочей, очень удобно, такой вот боксик тоже пригодится. Скоро я в него все разложу, чтобы было все удобно доставать. И тоже цена такая смешная. Наклейки я для французского маникюра беру часто, и тут увидела, что они есть, и заодно их тоже взяла. Ну, как пользоваться, тут проблем нет. Они очень хорошо крепятся, я пользуюсь ими очень давно, покупала и в наших магазинах, и сейчас увидела и тоже взяла. И напоследок покажу еще такие вот наборы для стемпинга. То, что мне не хватало, я просто добрала. Вот такой вот круг, тут такие интересные, вот такой, тут сверху пленочка, поэтому она такого голубого цвета, и такой вот для кончиков. Сделала я еще заказ на краски и для кутикулы, пока еще не подошло, видимо, другой посылки, потому что бывает часто, что у них вот именно этого продукта нет, и они потом досылают. И придет, покажу. То есть краски тоже для Nail Art, можно делать очень красивые рисунки. Специальные краски для этого есть. И там такой большой набор, очень много цветов. У меня, кстати, раньше было очень интересно ими пользоваться, их можно смешивать между собой. Что-то вот такое вот делать, как ваша фантазия сработает, получается. И масло для кутикулы я пользуюсь тоже давно, у меня есть, но заканчивается. Я тоже заказала. Придет, покажу. Так что все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.